Ситуация с распространением смертельно опасного коронавируса продолжает вносить коррективы в работу различных ведомств Тверской области. В связи с принятием мер по предупреждению распространения инфекции на новый режим работы переходит Федеральная налоговая служба. Так, всю следующую неделю, объявленную президентом страны Владимиром Путиным, в выходной, налоговая служба принимает граждан только по предварительной записи. А начиная с 6 марта временно будет приостановлен прием граждан в субботние дни 28 марта, 11 и 25 апреля. Двери налогового органа будут закрыты. В остальное время, отмечают в организации, прием налогоплательщиков будет вестись в прежнем режиме. Вместе с тем, на входе в налоговый центр, расположенный на Октябрьском проспекте, установлен специальный бокс для приема документов. Там можно оставлять письменные запросы, заявления, обращения и налоговые декларации. При этом в налоговой службе напоминают об обязательном указании контактных данных. В Федеральной налоговой службе в настоящее время отменены все публичные массовые мероприятия, а также личный прием граждан руководством территориальных органов ФНС России. Большинство вопросов, рассказывают в налоговом органе, можно решить дистанционно через сайт ведомства. С помощью наших официальных сервисов, их более 60 на нашем сайте www.nalog.ru, напоминаю адрес сайта, а также с помощью личных кабинетов. Личные кабинеты созданы как для юрлиц, для индивидуальных предпринимателей, ну и, конечно же, для физических лиц.